Всем привет! Меня зовут Алена, и вы на канале Каракуль Стич. Сегодня я хочу показать вам свой промежуточный отчет по моему процессику отдыхалочки, кружечка с лилией. И давайте посмотрим, с чего все начиналось. Показываю продвижение небольшое моего цветочка. Видишь, я не понимаю, у меня на объективе есть какая-то желтая пятно или полоска, или что это, не знаю, видится как желтое пятно. И, к сожалению, я ничего не могу сделать. Это как-то внутри моего объектива. Ну, к сожалению, конечно, из-за этого видится какие цвета. Не знаю. Буду пробовать что-то каким-то образом, может быть, почистить. Я не знаю даже, что, как это, почему так получилось. Ну, вот вы посмотрели мои первые крестики, мои первые лепесточки. И сейчас я вот на таком этапе. Что хочу сказать. Вы знаете, мне лилия, наверное, все-таки понравилась больше. Она более, цветочек более объемный, чем вот эта орхидейка. Не знаю, на мой взгляд, когда я вышивала, я прямо лилию видела объемную. Эта орхидея не такая объемная. Хотя цветов здесь используется 26, гораздо больше, чем в предыдущем отшиве. И сейчас я тоже вам покажу поближе цветочек это, да. То есть я его сделала уже бэк, все сделала. И сейчас буду переходить уже на вышивание крестиков на кружечке. И как всегда я вышью кружечку и оставлю только вот эти золотые места, каемочки. Как и обещала, поближе цветочек с бэком. Бэк, конечно, облагораживает, ничего не скажешь, что тут уж говорить. Красиво, правда? Вот вышивала я всего 2 дня, но за 2 дня, вот видите, получилась такая вот, не кружечка, а такой вот цветочек. То есть цветочек я вышила весь и сделала бэк. Так что буду сейчас переходить на кружечку. Ну и так, всем спасибо за внимание. Всем, кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Всем пока-пока. Чао.